Саша Анюков. В меньшей степени у него не столько много здоровья, как у Толи. Однозначно держит себя в форме физической, касаемо его веса, но тренируется он не так, конечно, много, как Толя. И сейчас он так вливается, скажем так, в тренерский коллектив, пытается понять и посмотреть, как я в свое время на работу тренерского штаба с другой стороны.